Ну, к сожалению, проиграли сегодня. Надеялись, что все же фортуна улыбнется нам. Много сделали работы для этого. Много совершили сегодня бросков по воротам. Но вот как-то сегодня вратарь очень хорошо сыграл. На самом деле хорошо соперника, я имею в виду, да? Вот. Где-то допустили неоправданные ошибки, которые привели к голу. Честно скажу, как бы, ну, обидное немножко поражение для нас. Но чего будем дальше двигаться, куда-нибудь, будем работать. Все. Спасибо. Ну, хотел бы поблагодарить команду за проведенный матч, за победу. Поблагодарить даже болельщиков за хорошую поддержку. Да, в хорошем положении суп отбил. Не было 4 поражения подряд, хотя во многих моментах играли неплохо. Немножко была голевая засуха у наших нападающих. Будем надеяться, что разлучили это дело. Но все-таки командная игра сегодня мне понравилась. Парни играют самоотверженно, хорошо самоотдача была. И он в моментах очень правильно. Спасибо. Коллеги, представляемся, задаем вопрос в микрофон. Алексей Максимов, Спорт Экспресс. Александр Аркадьевич, кавалер далеко пойдет? Все зависит от него. Спасибо. Андрей Алексеевич, Датсук сегодня набрал результативность. Вот в сочетании с Доусом и Мэсиком, это оптимальный вариант, чтобы использовать его лучшие качества, или еще окончательное решение мы не определились? И в контексте этого, в какой тройке вы видите Голышева? Приедем, сейчас посмотрим, какого состояния. Это первое. Датсук пока здесь будет что-то играть. С Мэсиком и с Доусом, я считаю, что они... Плохие матчи проводили, были моменты, когда забить не могли, но, в общем-то, Павел внес определенную уверенность в команду, действительно, в такой тяжелой ситуации. Я считаю, что он является одним из лидеров нашей команды. Я его устраивает полностью. А Голышев то ли приедет, сейчас посмотрим. Он сейчас разгубно собирается. Кондиции, форму. Я надеюсь, что, естественно, будем использовать его по максимуму. А к тройке еще раз невозможно будет варьироваться. А примерно срок, когда мы найду его, можете назвать Голышева? Вот сейчас найду. Он играет сегодня. Только здоровую команду. Благодарю. Пожалуйста, его увидим. Спасибо. Пожалуйста. Сергей, агентство «Медиа». Александр Аркадьевич, «Локомотив» – это сильная команда. Всегда была на ведущих позициях. К тому же, там играют несколько отличных молодых детей, победителей. Объясните, пожалуйста, в двух словах не слишком удачные результаты плохие. На самом деле я всего еще здесь 3 игры, как исполняющий обязанности. Да? Я не могу дать оценку предыдущему тренеру, потому что я не был с командой. Да? Значит, то, что я увидел, придя, значит, соответственно, я увидел то, что функционально команда тяжеловата, на самом деле. К сожалению, не было каких-то у нас таких вот троек, на которых можно положиться. Мы очень надеемся, что наши иностранные хоккеисты будут добавлять с каждой игрой, потому что, ну, мы надеемся на них. Молодежь молодежью, но большая игра все равно взрослые ребята. Поэтому пока трудно мне что-то объяснить, но... За эти 3 игры, которые я здесь, я вижу, что ребята действительно хотят поменяться. Даже сегодня после игры пришли ужасно расстроены, видно, что очень хотели. Но чего-то пока не хватает, но где-то рядом, я думаю, что все равно это перевернется, мы будем с тем локомотивом, который был всегда. Если вопросов больше нет, спасибо.